современный комплекс, которого так ждали жители Куйбышевского района. Совсем скоро в этих стенах пройдут первые соревнования. Плавать в бассейне и заниматься на тренажерах смогут не только спортсмены, но и все желающие. В Самаре завершилось строительство бассейна на улице Калининградская. Сегодня спортивные сооружения осмотрели губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина, представители областных министерств и городских департаментов. Оценили объект и спортсмены. Большое спасибо за то, что построили для нас такой замечательный объект, который соответствует всем стандартам. Вы сказали на трибуне то, что будут соревнования проводиться. В Самаре теперь действительно есть бассейн, где можно проводить соревнования с удобными тумбочками, что немаловажно в нашем виде спорта. Это помогает нам отрабатывать старты, увеличивает нашу скорость. Главный элемент бассейна – чаша с шестью плавательными дорожками. Также в здании разместились тренажерные и хореографические залы. По проекту заявлено 210 посадочных мест для зрителей, из которых часть предназначена для маломобильных граждан. Спортивная школа номер 8 воспитала немало именитых спортсменов. Но все это время приходилось тренироваться в арендованных помещениях. Теперь у них появилась своя площадка. На базе школы занимаются и люди с ограниченными возможностями здоровья. В бассейне Куйбышевского района созданы все условия для их комфорта. Да, оно вообще важно. Я работаю директором 10 лет, и первая моя мечта, когда я начала работать, это чтобы у спортивной школы был свой бассейн. Масштабная постройка, и хорошо, когда что-то новое открывается. Надеюсь, потом мы уже оценим в воде и во всей красе спортивные залы и остальное. Строительство бассейна способствует достижению целей нацпроекта «Демография». Среди ключевых задач – поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивация на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Объект действительно долгожданный, поскольку Куйбышевский район имеет свои особенности. И, конечно, здесь нужно стремиться к тому, чтобы создавать возможности, локальные возможности, да, без переездов там каких-то длительных в центральную часть города для жителей района. Все это возможно в первую очередь благодаря национальным проектам, благодаря решению президента страны Владимира Владимировича Путина, который инициировал национальные проекты, сегодня преображаются города и села Самарской области. И здесь мы в сотрудничестве, что я хотел бы отдельно отметить, с компанией «Роснефть», надежным партнером Самарской области, реализовали еще один важный социальный проект. Единственный бассейн, ранее принадлежавший предприятию, закрылся еще в начале нулевых годов, и Куйбышевский район с населением в 100 тысяч человек остался без спортивного объекта. Все эти годы жители мечтали о появлении нового бассейна. Мы с губернатором определились в том, что такой бассейн должен быть в обязательном порядке в Куйбышевском районе. Приложили все усилия для того, чтобы это произошло. Компания «Роснефть», являющаяся действительно надежным социальным партнером нашего региона, поддержала нас. Ну и вот результат, который мы видим. После открытия в бассейне будут работать бесплатные секции для детей, а цена билета для взрослых составит от 170 до 200 рублей за посещение. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.